Для кого-то танец – это способ самовыражения под музыку, а для кого-то – целая жизнь. Этого человека знают многие, и многие о нем слышали. В танцевальной сфере он пример для подражания. Это Сергей Каплевский. Хип-хопом заинтересовался 15 лет назад. Я это очень хорошо помню, наверное, где-то 8 класс примерно. То есть слушали кассеты с рэпом, одевали широкие штаны. Тогда я еще не танцевал, очень хотел, искал, где у нас есть брейк. И получается, что вот сам его, наверное, и сделал в этом городе. Сначала я тренировался в детском клубе «Смена». То есть собрались ребята, я тоже пришел, записался. То есть там уже сколько-то человек занимались. И вот мы как-то все влились. Мы брали какие-то движения с видеокассет. А так как идеально исполнить это не получалось, получались какие-то свои вещи. Свою карьеру преподавателя Сергей начал после того, как стал выпускником Республиканского техникума культуры, где обучался различным видам хореографии. Не зная классики, например, вот она мне дала именно красоту движений, не какой-то ровный стандарт, а именно, чтобы я понял, и я понимаю, и осознаю, когда я что-то делаю. Если я это делаю специально именно так, оно так должно быть, по-моему, то есть это мой стиль. У меня есть коллектив, и у меня учеников постоянно становится больше. Он веселый, он все время танцует, для него нет разницы во времени. Он может танцевать 2 часа ночи на кухне, он может танцевать рано утром. Он умеет, как называется, разложить все по полочкам, все как надо объяснить. Получайте от этого удовольствие! И не останавливайтесь на достигнутом. Егор Валеев, Артем Старцев, ЮТВ, Стерлитамак.